Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Ура! Понеслась. Ну как же, понеслась. У нас сегодня жареные чебуречки. Чебуречечки. С чем они, кстати? Ни разу не было. А я не знаю. И приготовила их мама нашего дорогого Дениса. Дорогого, замечу. Это не я сказал. Да. И будем пить мы. У меня капучино. У меня тоже капучино. У папы капучино. У Дарьи молочный коктейль. У Павла... Какао. У меня мороженое. Да, это коктейль, а не мороженое. С этими, с мармелошелками у тебя? Извините. Капучинка. У Павла в последнее время... Что такое? Яблочко вкусное. Мама. Пашке последнее время какая-то мания. Называйте меня Тимофей. А, очень вкусно. Мне очень вкусно. У Паши есть мальчик на футболе. Неправильно, Паша. Его зовут Тимофей. И что-то ему полюбилось, это имя. Оближи. Что, салфетку, может быть? Да. Неправильно. А ты его научи сразу, попутно. Видишь? А то так и будет. Загибчик. Он специально нужен, чтобы вот так вот загибать. Мама. Не вижу тебя, Лёш, не вижу. Мама здесь. Мама здесь, не молчи. Какие вкусные. Не могу не видеть. Какая широкая спина. Ничего не могу поделать. Что есть, то есть. Да. Это хорошо, что ты микрофон подальше от себя. А то и чавкаешь, и зубами стучишь, там уже сколько пишут. А вы замечали, что папа зубами стучит? Я ни разу не замечала. А что-то все пишут и пишут, и пишут, и пишут, и пишут. Если честно, я тоже не замечал, что я зубами... А, стучу. Раньше у тебя было. А сейчас уже нет уже. А я, может, так уже привыкла, что не замечаю. Я уже сколько ему делала, значит? Я тебя приучил, получается. Ну что, вы будете рассказывать там? Да. Начинай, болтушка. В общем, какое-то мясо. Денис что-то не спросил. Рыба. Нет, это не рыба, это мясо прям. То ли курица. Ну, баба Люда, по-моему, не любит курицу. Может, свинина даже, да? Мне кажется, это кита. Нет, это не рыба. Рыба. И вкус рыбы. Ну, рыба, думаешь? Мне кажется, курица. Какая-то с чем-то. Нет, не, я и так смотрю, не вижу. Это вообще нереально. Да что такое, а? Мне уже как сесть-то. А может, вот так, наоборот, поближе, вот сюда, к стене. Вот так, развернись. Во, вообще четко, прям молодец, прям. Так, полет. Вообще нормально. Лучше, чем было. А тебе так неудобно, да? Нормально. Я так далеко от камеры, правда. Мне кажется, наоборот, ты еще ближе стал. Вот так вот ближе, а вот так вот дальше. Ладно, ну что, как чебуреки-то? Очень вкусные, гораздо вкуснее. Да, попробовать. Паша, вообще, Даша, молочный коктейль с чебуреками мясными. Папа, а ты ему это пробуй, её знаешь. Не хочу я молочный, не знаю. Я знаю молочный коктейль, он вкусный. Пом ты меня. Даш, давай хватит тусоваться. Хочу попробовать, упасть. Это обычная вода. Это вкусня бесконечная. Дай твое, дай мое. Кто что выбрал, тот то и пьет. Папа, Даша, обычная вода. Ну, я посмотри. Что весь в брызгах. А сейчас выпьет твой молочный коктейль и скажет, у меня закончилось. Это вода. Будь сухоматку жевать, чебурек. Это вода. Вообще? Нет, кстати, ты не зря какао убрал. Не пьется. Коктейль молочный с мясом. Как-то, ну, не помню, кажется. Всем приятного аппетита, всем здоровья и счастья. И нам тоже. Даша, ты рассказываешь, ты будешь или нет? Я не могу, я же на полный рот. Чем я расскажу? Наши дети сегодня участвовали в соревнованиях. Да, на нартах проезжали дистанцию. Кучу призов, беговые подарков. Беговые виды спорта участвовали. Я в Инстаграм скину. Фоточки. Фотографии. Видосик один. Сторис. А видосик тут можно кусочек вставить там как-то или нет? Ну я сторис скину, там кто успеет посмотрит. А хотя уже к тому времени уже пока ты выложишь, там уже все. Там сторис сутки держится. До 12 сутки. Я там заснял. Мне там некогда было, потому что у меня вообще сегодня был конкретный запар. И квартира, и ремонт, и потолки, потолки и соревнования. Что сегодня с видео? Открою. Сегодня напряжение. Сегодня папа как Фигаро. Фигаро. Да. Фигаро тут, Фигаро там.
Вау! Натянули потолки во всей квартире. Кроме коридора вот этого, прихожей. Кроме коридора. А так вообще везде. Паша, как чебурек? Ну, честно, я думал, они не успеют. Они успели. Паша, зачем тебе повторюшка? Надо, знаешь, вот между вами поставить стену, стенку. Стеночку. И чтобы вы друг друга не видели, и не разговаривали, и не тусовали ничего. Смотри, открыл, и все на скатерти. Ну что? Я аккуратно. Короче, дети наши на нартах с собачками. Чего у тебя? Ты тоже хочешь? И ты повыступаешь, не волнуйся. Подожди, тут призов, подарков, грамот. Да. Проходили дистанцию. Ну, такую не очень большую, но нормальная такая, с поворотом. Прикольно так было. В шлемах. В шлемах, да. Пашке дали шлем такой горнолыжный прям. Он отказывался участвовать в соревнованиях сегодня. Почему? Потому что он не хотел одевать розовый шлем. Розовый шлем. Он сказал, мне нужны эти призы. Я говорю, не буду в розовом шлеме, короче. Ну что в итоге? Не, смотри, что он делает. Он фонтаны пускает, свои трубочки. Тетя. Смотри, на Дашу. Что? Дайте историю рассказать. Что это? Тетя Аня, просто у нее дочка пробежала. Да ей проехала. И она дала Пашке шлем. Шлем такой прям классный. Угу. Горнолыжный прям такой конкретный. И Пашка такой с улыбкой одел, счастливый, запрыгнул на эти нарты. А ты что, попросил, чтобы они дали, да? Как они узнали? Ну я говорю, она говорит, что такой грустный? Я говорю, да у него, трагедия, шлем розовый. Она говорит, ну давай я свой дам шлем, вот этот, Паша, там расцвел прям. А ты подумай, что девочка, да, Паш? Да, Паша? А мне какую, все. Я говорю, ты что? Я, говорит, не буду давать. Короче, ему шлем надо покупать. Для чего? Соревнования, горные лыжи, все дела. Шлем, цена такая. Ну что, как вам, детки, конфетки? Мне нравится. Павел, очень вкусно. Кстати, вот мама у меня, я прям чувствую вкус вот этого детства. Мама вот всегда такие готовит. Чебуречки. Мини чебуреки. Мама такие. Любит жареное у Дениса. А как мама, вы думаете? Печеная вообще не признает. Как вы думаете, аппендицит и неправильное питание, они как-то взаимосвязаны с собой? Еще как. Вот это жареное, вот это все, вот это вот свинина там, да, все дела. Как-то вот связаны, кто вот знает, напишите. Потому что Денису в детстве вырезали этот аппендицит. И я вот думаю. Это лишний отросток в организме. А мама любила у него все жареное. Как-то вот не знала. Прям что сказать. Я раньше помню, дома у нас столько было, отец всегда коптил рыбу. У нас этой копченой рыбы было теплее прям вот. Тоже вредно очень. Тем более в детстве ты, да, ела эту суп? Я прям ее ел, не знаю, по полкитины за раз мог съесть. Ну вот у тебя и аппендицит этот. Что же спорит-то? Наверное. И в каком возрасте ел? Маленький был прям? Да с рождения. Ого. Да нет, если мне мама твоя рассказывала, что да ты... Да я шучу, не с рождения. Ну я поняла, ты когда был маленький, она говорит, давала тебе сгущенку сосать. Это дедушка мне дал. А она говорила, она. Дедушка, короче, мне... Ну что ты свинячишь? Не посмотри, что он делает, научи его с трубочки пить, я не могу. Что ты так, что ты разучился? Он все чебуреки залил уже, чем какао. Ах ты мой... Я сейчас уверена, если будет финиш, то этот стакан по всей скатерти разбьет. Нет. Прям 100 пудов. Ладно. Я не дам. Да, говорит, брали тебе, давали банку, и ты прямо так наяривал, да? Ну, это было уже, я не совсем маленький-то уже был. Она говорит, помню, Даше сколько было? 3, если скажу, не буду врать. Ну, месяца 4-5. И она говорит, да дай ей баранку, макни в сгущенку, пусть она сосет. А что мы Денису давали, нормально вон парень вымахал. Я помню, раньше нет, настолько приезжаешь в гости к бабушке, нет. Помнишь, сегодня мимо дома проезжаю? Да. Вот туда приезжаешь в гости, у них всегда стоял ящик сгущенки был. Прям вот у них под... Чуть, да, я, ну,
про тебя запомним, мой хороший. Помним про тебя, помним. И вот я всегда приходил, брал банку, подожди, сейчас я тебя выпущу. Брал банку сгущенки, делал две дырки и прям высасывал ее. Почти за раз. А ну-ка за раз, кстати. Иди. Как вы ели эту сгущенку? Легко и просто. Такая вообще. Ем 2 столовые ложки сгущенки, 2 столовые. И все. Она такая сладкая-то вообще. Ну не знаю, как это. Все равно, что вот взять вот этот пакет килограмм сахара и вот так просто весь пакет. Так ты меня в детстве-то видала? Там я же ни хрена был колобком вообще конкретным. Вот она что, Михалыч. Ты посмотри на мои детские фотографии, я там пончик и такой. И никто не ограничивал, да? Кушай, Денис. Нет, конечно же, Тимофеевец. А вы говорите, что вы там детей ограничиваете, да? По одной, по две конфетки. И спортом я не занимался. Вот поэтому я вот ограничиваю. Правильное питание. Спортом я начал активно заниматься в 9 классе. Прям сам пошел, начал прям футбол, там баскетбол, там все на свете. Мы так счастливы, так рады, что у нас есть вы. Хотим сказать благодарим и говорим мерси. Мерси, благодарим всех вас. Мерси, спасибо, что вы есть. Кстати, на следующих выходных, ура, ура, ура. Ну, вообще на выходных вот. Какого мурашки побежали? Всем спасибо, всем пока. Я буду снимать очередной блог. Блог? Обзор. Какой блог? Влог. Строительный? Влог. Обзор буду снимать ремонта нашей квартиры. Да. Там уже, кстати, будет очень такой вид хороший. Приятный. Не, ну это, я просто, знаете, вот честно признаюсь, я говорила, не говорила, не помню. Я до съемок уже 2 чебурека съела. Короче, что-то не удержалась. Вот. Ну, дальше к нам рвется. Показались они мне вкусненькие. Ты опять его сюда хочешь? Иди сюда. Тогда пододвину, прислонил его к столу. Тогда я его на руки взял. Сейчас я хочу все просто. Разлил. Я наелась, я нашего не нашего маленького мужичка. Давай, иди к парке. Ну, вообще вкусный, но это... Давай. Вкусные. Ну вообще вкусные, да? Ну я съела две, сейчас еще съела две. Одну, вот так, одну съела. Так, Лёр, вот он. Вот он наш маленький. И сейчас, конечно, он сейчас успокоится. Я ему сегодня чуб подстригла вот так. Чик-чик-чик, ножничком. Сегодня, да, сегодня первая наша... Первая подстрижка. Подстрижечка была. Я мой маленький. А то уже на глаза надвигалась она. Я... Да. Ну чё? Будем прощаться? Лёшик, давай свое прощальное слово. Давай, помаши, покажи, как ты ручкой. Пока-пока-пока-пока-пока. Ну-ка, сядь нормально. Да не будет он сейчас махать. Помаши ручкой, скорее. Пока-пока-пока-пока. Помаши, пока-пока. Ну покажи, как ты умеешь махать ручкой. Отстань от него. Так он тебе и понял. Нет, всё, не хочет он. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за лайки. Нам очень приятно, когда вы поддерживаете наш канал. У нас уже 14 тысяч подписчиков. Растем. Вот на днях стукнуло. Да, нам очень приятно, правда, что вы смотрите нас. Пишите комментарии, ставите лайки. Увидимся. Всех любим, всех обнимаем. До новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока.